Че ты несешь, Петура? Ты что? Как ты можешь так разговаривать? Я, конечно, понимаю, что тебе девочка могла не понравиться. Но зачем так выражаться? Стравил! Я спросил вас трое. Я? Что? Я спросил вас трое. Трое? Я одна. Это ты с другом сидишь. Подожди, еще нужно поменять, подожди. Катеша, ты. Ну, простите, сама ты, простите, конечно, вообще. Ладно, хорошо, вечером было. Да, круто, давай, все, отдыши. Это у тебя? Да нет, это у тебя? Да, я говорю, вот так вот и было у БГ, только там выясняли люди, у кого ребенок плачет, и потому что он плачет так довольно резво, и нужно его успокоить. То есть они сидели минут, наверное, 3-4 вот так выясняли. Алло. Алло. Привет. Привет. Как дела у тебя? Более-менее нормально. А у тебя как? Почему более-менее нормально? Надо было, чтобы нормально, а не более-менее. Мне тоже хочется, чтобы было нормально. Ну, а ты делай так, чтобы было нормально. Не все от меня зависит. Нет, зависит все как раз-таки только от тебя. Какие мотивационные речи. Сколько лет ты уже живешь? А вам сколько лет? А ты городская, да, по-любому? Да. А ты я в 16 лет столько уже повидал. Ну чё, пиздобол, серьезно? А ты деревенский, получается? Ну да. Ну, я так-то тоже каждое лето в деревню езжу. Блин, она такая милая, даже жалко ее что-то. Сейчас в 9 классе, да? Подготавливаешься? А, ты в 10? Ну, ты наша ровесница тогда получается. О, ничего себе. А как зовут? Меня зовут Настя. Очень приятно. Красивое имя, кстати. О, спасибо большое. Ой, дети плачут. Дети плачут. Ой, твои кто? Да со мной друг сидит. Ну ладно, я пойду. Да, куда? Куда ты пойдешь? Ты так красиво, невыносимо. Давай же поговорим с нами. Тебе просто неинтересно. Нет, интересно делать это сочинение. Повозги, привет.